Так, запись пошла. Всем привет. Давайте дальше проходить грид. Япония. Горный дрифт. Такс. Протюнет. Сколько там заездов? Шибуя. Три трассы. Ух ты. Ну, трассы небольшие. 2 километра. Да. Так, Toyota, Nissan, Honda. Давай ради интереса все-таки купим NSX-R. Смотрим eBay-чик. Берем новую. Да. Ну, поглядим. Может, зайдет, черт его знает. Не дай этому парню себя одурачить. У него призов целая полка. Ага, вот как. Не знал. Трассу вообще не знаю. Будем учить, привыкать. Лидерство удерживает Сиро Икава. Да. Ну чё, я трассу выучу. Во, блин, я самый последний. Опа! Опа! Ты серьезно? Так держать. Ты вышел в лидеры гонки. Ничего, Шибую выучим, будет нормально. Ну ё-моё, где я там зацепился? 5 кругов. Отлично, профессор. Отлично. Новый личный рекорд. Хорошая хондочка. Довольно податливая тачка. Что так оттормаживаешь сильно, а? Может, напарник все-таки выйдет там на 4-е место хотя бы. Или я размечтался. Снова сильное торможение. Все, начинаю запоминать потихоньку повороты. Есть тут парочка, где я пока не знаю, как правильно проходить их.
Ну, ничего сложного нету тут. Совсем. На карту засмотрелся, мини-карту. Господи, а где финиш-то? А вот он. С этой стороны. Я думал, с той стороны. Ладно. Ну, раз три шибуи, это тупо эта трасса, конфиг будет меняться. Я не посмотрел, какой пришел напарник. Ну. Да. Он даже пятый не пришел, судя по тому, что промотив, по-моему, спонсор дает за пятое место. И какой-то дает за третье место. Он провалил полностью гонку. Неважно, сколько очков набрал этот парень. Он может выиграть. Присматривай за ним. Ни хрена себе. Так, ну что, я восьмой, он седьмой. Надо так делать. Иду прямо за тобой, дружище. Реверс, что ли? Так держать. Ты вышел в лидеры гонки. Это, похоже, 5 кругов реверса. Нифига себе, где-то стекло разбилось. Или фару я, вернее, зеркало срезал, боковое, левое. Что, скорее всего. Классно едешь, так держать.
отличной гонщи. Готово. Шестой. Ну, хоть не последнее, но все равно это ужасное место. Как я и говорил, ему минимум в пятерку надо входить лидеров. Все. Больше места не учитываю. Этот парень дышит тебе в спину, постарайся уйти от него. Дойти до финиша — это совсем дно полное. Так, он пятый стартует. Чувак, я у тебя на хвосте. И лидером гонки становится Сиро Айкава. Недолго. Вот это мне нравится. Ты на первом месте. Ну вот видишь, каких-то японяк упоминаешь. Непонятно. Классный круг, хорошая работа. Благодарствую. Идет как надо. Не говори. Осталось три круга. Отлично, профессор. Это твой лучший круг на данной трассе. Я знаю. Я постарался. Уже медленнее прошел. Чью-то машину развернуло. Кажется, это Стивен Цанг. Вот видите, что бывает, когда нет функции догнать всякой читерской херни. И при должном умении и количестве кругов ты им показал. Ты просто будешь постепенно догонять компа. Вот и все. И он приходит седьмой, напарник. Ужасные, ужасные показатели. Меня, конечно, такое не устраивает. Дело.
Думаю еще насчет него. Вы отличный гонщик и зарабатываете неплохо. Да, чемпионат у меня отнял 16 минут. Вот я смотрю сейчас. Выступление за другие команды – отличный способ заработка. За участие в каждой гонке вы получите фиксированную сумму плюс бонусы за выполнение требований команды. Но ваши победы никак не отразятся на вашей репутации. Валкин, 4-е место, берем. Промотив, 5-е место, как минимум 24 тысячи. Дойти до фини. Ну, это вообще дно, конечно, полное. Потенза очень хорошо платит, но не повредить машину, 5-е место, я не согласен пока что. 24-часовая гонка Лимана. Переходим в сезон. Господи, 284-е место, черт возьми, 65-е по сборам. Открывается сезона. Новый сезон. Готовы к гонкам? Готов. Опять же, протюнет, ночной тога. Челленджер концепт. Ого, тут машин предоставляют. Ну, берем, конечно, Nissan. Поехали. Nismo. Тога, наверное, пройдем, сделаем. Я не помню, тут, по идее, 3 заезда тоже. В этой гонке следи за дорогой. Если полетишь с горы, победы не видать. Я понял. Нифига. Заднеприводная Супра как стартанул. Хорошо. Оу. Не ждал я, что там трафик будет. Офигеть. Там трафик. Да что ты будешь делать? Я ж... А как его объехать? Ну. Вот поворот. Здесь сейчас он должен быть. Вот тут. А, нет, вот там он. Да, уж. А как его видеть-то? Свет фар хотя бы есть? У него нет. Не за компом надо смотреть. И... А, да, еле-еле видно трафик этого. Слишком слабый свет от фар. Вот тут еще более-менее. Тут открытая местность была, повезло. Не слепая зона какая-нибудь. Ах, перестарался. Но я тут даже не собираюсь заучивать никакие трассы. Это редкие соревнования. Тога вот эти. Поэтому пофиг, на флешбеках пройду. Так, ну, если сейчас эта же трасса, то хорошо. Я уже тут пару мест запомнил. Ну, надеюсь, что она же. Полуфинал, все. Черным по белому. Неплохо, мы в полуфинале. Skyline тоже, молодец. Правильный выбор сделал, товарищ. А, нет, он меня подцепил сейчас. Он меня сейчас маленько поддел. Ему этот штраф не дали. Пенальти. Странно. Блин, ну куда он выруливает, а? Ты в порядке? Да, нормально. Твоей машине конец.
таких ситуациях у тебя на выбор три варианта. Во-первых, сойти с трассы. Но при этом пострадает и твоя репутация, и твой банковский счет. Во-вторых, можешь начать гонку заново. И в-третьих, можешь переиграть последний этап, но на этот раз без аварий. Во время повтора выбери момент, с которого хочешь продолжить гонку, и нажми кнопку флешбэк. Ну? А, в этом смысле. А почему я раньше так не мог делать? Урод, блядь, хоть бы нормальный дальний свет включил, почему, блядь? GoPro, вот этот, который был, мне больше понравился, чем вот этот ночной. Тут чисто от рандома зависит, ударишь ты об трафик или нет, увидишь его или не увидишь. Благо, тут его немного. Машины встретил, три Лачетти. Так, а почему всяких мустангов, фордов нету? Где они? Странно. Финал. И все, да? Место в гараже. Финал. Только ты и твой. Кто бы сомневался, тоже Skyline. Вот чертов ублюдок, а. Вот опять он поддел меня. Ну, видимо, в этой можно дисциплине поддевать, ударять там, и штраф не получишь. Да, видимо, в ТОГ ПРО нельзя так делать. Так, сейчас в туннеле будет по правой стороне трафик? Нет, не было. Ну, о-о-о. Две зато сразу были. Очень сильно я осторожничаю, понятно, потому что ни трассы не знаю. За компом надо следить, где он едет, и смотреть, присматривать одним глазом на дорогу за трафиком. Самый неплохой заезд вышел, чистый. Чё у него? А как он диски поставил желтого цвета? Охренеть. Так. О, смотри-ка. Он тут еще какие-то... Так, Falcon, по-моему, четвертое место. Значит, он четвертый пришел. Ну ладно. Хрен с тобой. Отлично, профессор. Отличная гонка. Деньги текут рекой. Какие спонсора-то выпали. Интересные. Давай смотреть, где 20. Промотив. Вот пятое место занять. Нож. Без повреждений. Третье место. Тейн. Вот это вот поставим. Да. Повкуснее спонсор. Протюнед, GT2 и дрифт схватка. Ну, протюнед здесь сколько? Ой, здесь три трассы, это долгий чемпионат будет. Хорошо, дрифт схватка. Три трассы, блядь. Если их пройти по одному, давай попробуем, если их по одному кругу, ну, одна трасса, один круг, вот верхняя, потом еще круг и еще круг, то ок, давай, гол. Если сейчас будет написано 3 круга там или 5 кругов, я выхожу и заканчиваю серию. Потому что
будет слишком длинно, и ролик будет очень тяжелый по весу. По гриду тяжелый, именно по весу почему-то выходит видео. Очень долго лить на YouTube. Три круга, все, давай, до свидания. То есть, если бы была одна трасса с тремя кругами, я бы понял, окей. Но три трассы, это 9 кругов, между ними еще время, нет, уж извольте. Тогда делаем вот такую вот тему, чтобы точно сохранились спонсоры. Сену сохраняем, все. Да. Ну и заканчиваем тут видос. Спасибо всем за просмотр, всем пока.